Всем привет! В этом видео хотела бы показать вам наш клей, который мы позиционируем как клей для Файмерана. Ну, начнем с того, как он укомплектован. Он у нас в тюбике идет. Еще есть вот такая вот иголочка, которую можно прокалывать. Открываем. Обрезаем вначале носик. В зависимости от того, насколько далеко обрежете, регулируем количество выдавливаемого клея. Вот эта вот штука, во-первых, видите, внутри иголочка, она не позволяет нашему клею застывать, ну и используется как крышечка, может быть. В чем его прелести? Начну с первой. Когда мы его выдавливаем на палитру, он достаточно долго остается абсолютно жидким. То есть он просто как водичка. Его очень маленький расход. И когда мы клеим, допустим, проволоки, покажу на примере приклеивания проволоки к листикам. Мы макаем нашу проволоку в клей. На проволоке, видите, фактически ничего нет. Ложим ее в центр нашего листика и зажимаем. В чем прелесть? Никакую толщину этот клей не дает. Очень хорошо клеит Файмеран, приклеивает, специально взяла проволоку тейпированную, чтобы показать, что клей клеит отлично, клеит к тейп-ленте. По большей части, большая часть клеев к тейп-ленте не клеит. Вот обратите внимание, застывает моментально, только мы нажали и сразу же он застыл. Практически не оставляет никаких следов. Мы сейчас попробуем на разных цветах, на зеленом, темно-зеленом и сером Файмеране, ну, чтобы было понятно. Обратите внимание, клей как был жидким, так до сих пор и остался жидким на палитре. То есть он работает каким образом? При нажатии он схватывается. Минус его, конечно, в чем? На руках в случае попадения он оставляет следы точно так же, как суперклей. Но зато Файмеран держит отлично и клеит очень легко и просто. Так, ну вот наши листики готовы. Обратите внимание, ни на одном из цветов, ни на зеленом, ни на темно-зеленом, ни на салатовом, никаких следов от клея нет. В чем его еще однозначная прелесть? В его минимальном расходе. То есть та капелька, которую я выдавила, ну мало того, что я приклеила эти три листика, можно было бы еще приклеить, наверное, 33. И вторая, конечно же, прелесть его непосредственно в его цене. Вот такой вот тюбик, коробочка, стоит 12 гривен. У нас он в продаже есть. Поэтому всем приятного просмотра. Спасибо за внимание. Ждем ваших заказов.